скажите, когда вы смотрите современное телевидение, что вас раздражает больше всего? Конечно, как вы дружно-то, да? Я не буду говорить, что рекламирую, да, у нас хорошее настроение у всех. Но количество рекламы, по-моему, переросло все допустимые пределы. И, знаете, появились уже первые жертвы рекламы. И вот сейчас об этом мы хотим вам рассказать. Вот представьте себе такую нашу обычную среднестатистическую семью, которая такой наш обычный среднестатистический муж, как обычно, после работы, тупо и кротко читает газету. Дорогой! Да, дорогая? Дорогой! Да, дорогая? Дорогой, вот! Что это, дорогая? Это новая упаковка. Новая упаковка протеинфлюенции. Еще новая, более новая и более лучшей упаковки. Что это, какая прелесть? Дорогая, но я не знал, что у тебя инфлюенция. Дорогой, у меня нет инфлюенции, а вот у тебя есть инфлюенция. Дорогая, у меня нет инфлюенции, но я не знал, что у тебя есть. Дорогой, ну как же у тебя нет инфлюенции, когда вот у тебя на плече маленькая миленькая инфлюенция? Где? Вот я держу ее за ножку. Это действительно, смотри-ка. Дорогая, ну это, видимо, ты надо мной наклонилась, и она из тебя выпала. Дорогой, ну как же она могла выпасть, когда я стояла поодаль? Да, дорогая, ты стояла поодаль, а она с тебя спрыгнула. И чтобы не убиться, попала на меня. Дорогой, ну как она спрыгнула? Если бы она спрыгнула, я бы почувствовала, как она отталкивается. Дорогая моя, милая, ты не могла почувствовать, потому что инфлюенция сыпется с тебя, как черепица со старого курятника. Дорогой, у меня здесь ничего нет. Зато у тебя в голове полно здоровой ядреной инфлюенции. Дорогая моя, ну откуда у меня инфлюенция? Когда мне даже на работе говорят: Петров, у вас абсолютно нет инфлюенции. А вот говорят: за своей женой проследите. Петров, возьми этот маленький флакончик. Он избавит тебя от страданий. Не возьму. Нет, возьмешь. Нет, не возьму. Почему? Я еще не отошел от бальзама Гитлера. Битлера. Один черт. Нет, не один. Стакан бальзама на ведро воды и все это залпом. Я не лошадь. Возьми по-хорошему. Я не лошадь. Возьми по-хорошему. Я не лошадь. Петров, это не нужно пить, это нужно втирать. Один черт. Нет, не один. А я говорю, один. Петров, у тебя инфлюенция, плюс несвежее дыхание. Да, да. А у тебя то же самое. И в голове одна инфлюенция, а занавески не стираны прямо со свадьбы. А у тебя инфлюенция, плюс волочной характер. Да, да. А у тебя то же самое, плюс кривые ноги. Привет, первой конной. А у тебя инфлюенция, плюс кариес, плюс умственный метеоризм. Да, да. А я могу рассказать, из чего ты делаешь свои ночные маски? Из чего? И соседи перестанут с тобой здороваться. Вот так? Вот так. Вот так? Вот так. Тогда я расскажу, как ты исполняешь супружескую роль. Исполнишь, а на бис у тебя занавес упал. Да, 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 да.
А у тебя в паспорте возраст исправлен. А это подсудное дело, старая уголовница. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А у тебя ребенок не от тебя. Да если бы не Николай Петрович. Да если бы я 15 лет назад тебя удавил, я бы уже отсидел, вышел и женился на молоденькой. Но это еще не поздно. Я тебе сейчас это средство убивают! Убивают! Милиция! Милиция! Убивают! Убивают! Держат! Подожди, колют! Милиция! Подожди, подожди! Что-что? 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 Что-что, любимый? Подожди, что-что, дорогой мой? Это не от инфлюенции. Да? А что? Это сжигатель жира. Да? Какая прелесть! Да, сжигатель жира в еще более новой упаковке. Дорогой!